Буэнос диас, мис керидос амигос, ядерный рассыпной заряд выше экрана, это значит у нас тут обеденный перерыв, как говорят, гнездо, вся хуйня. Но андроиду жрать не обязательно, поэтому скорее всего перерывчик у Хэнка. Ладно, не будем заставлять господ ждать, они все-таки жрать хотят, поэтому поехали. Сажайте жопу поудобнее, сразу пробиваете лукас и поехали. Ставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. 100% гарантия, не ошибешься. Так. Ага, сопротивление аресту, нарушение гигиены. Прикольно. Ему 85-го года рождения. Восемьдесят восьмой, что-то он как-то молодо выглядит для 88-го года. Если сейчас 2030, ну пусть пятый. Не, седьмой пизжу. Да, 31-й, во. Если сейчас 31-й год. Так, это в 2000-м ему было уже 15. Погоди-ка. Сейчас, подожди минутку. Если в 2000-м ему уже было 15. И еще 31. 46? Ну да, на 46 он примерно и тянет. А этот на 43 явно не смахивает. Ну, это понятно, пиздюк. Ладно, давай. Вот так-то. Эй, не пожалеешь? Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Прошу простить мое поведение в участке. Я не хотел вам грубить. Ух ты! Это ты сейчас включил программу «Легкий подхлемаш». Гляжу, у вас там в Киллерлайф все продумали. Пожалуйста. Тысяча 600 килокалорий, еп. Эпическая сила. А, спасибо, умираю с голоду. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. Видал? Не хочу вас пугать, лейтенант. Но я думаю, ваши друзья занимаются нелегальной деятельностью. Всякий в этой жизни крутится, как умеет. Они никому не мешают. Я их не трогаю. Калорийность вашего обеда почти на 50% превышает суточную норму, а холестерина в два раза. Это же вредно. Надо же от чего-то умереть. Неплохо.
Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Рассказать вам, что известно о девиантах? Читаешь мои мысли. Вали! Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? Ты типа все теперь про меня знаешь? Я знаю, что учебу вы закончили с отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Работа с человеком, который имеет сложную личность, несет в себе трудности. Но адаптация к человеческой непредсказуемости – одна из моих функций. О, скрифанили стиля. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить. Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. О, как. У тебя батарейки сели? Извините. Я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет. Я иду. Ну, блин. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет. Но он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. Есть тут кто? Нет, никто, походу. Откройте, это полиция! Держись за мной. Есть. На нах! Журнальчик. Так, помимо Журнальчика здесь нет ни хрена. Это что за хрень?
Господи, ну и вонище. Похоже, зря притащились. Он ушел. Нашел чего? Не уверен. Как будто дневник, но не разобрать. Мне надо на воздух. Да что ты будешь делать? Представляю, как там воняет. Не ест. Заботиться о диких животных. Видимо, инициалы. Ты знаешь, что это? РА-9. Написано 2471 раз. То же самое написал андроид Артиса на стене в ванной. Что значит для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. WB200. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть. Голуби. Так, а ну-ка. Недавно сдвигали, засран птицами. Открыт фломастер. Не засох, использовался недавно. Следы птичьего говна, следы от пальцев, но отпечатков нет. Андроид. Так, металлический крюк недавно сломан, хотя это не ржа. Это ж сколько дури надо иметь, чтобы не ржу сломать.
Ники. Нет аромата. У нее и страницы не желтеют. Хуяк, а вот и бомбер. Пиздите, сраные голуби. Ну чего ты ждешь? Лови давай. Хуяк-стояк. Ух ты ж, ёпта. Сколько же тут кутые. Так, быстрый, но с риском. Блять, кнопочки меня настоебали уже. Д, есть. И это охренеть. Нахуй. Ёбаное кукурузное поле, бля. О, с ним уже Хэнк разбирается. Так, и тут надо взять, как говорится, паузу. Помочь Хэнку или... Чёрт! А, чёрт! Ведь почти... Чёрт! Я виноват. Должен был догнать. Ты поймал бы, если б не я. Ничего. Мы его теперь знаем. Найдем. Хуя стояк. Эй, Конор. Ничего. Вот такой вот, блять, забег. Ну что ж, спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Луис, Пиписька, Колокольцев. И до скорого. Адьёс, братва.